Доброго времени суток еще раз тем, кто зашел. Смотрю, еще 3 человека зашло. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, как я сбросила вес. Худела я долго, с 13.03.2015 года. Мой вес был 86 размер, носила я 48-50 размеры. Сейчас стал мой вес 67, я ношу 44. Если вещь не тянется, то я могу купить 46 размер. То есть... На момент съемки, да, вот этого вот видео, на момент съемки этого вебинара я посчитала, что я не пила уже Фитекс и Итлес 4 месяца и 6 дней. Кашки, супы я кушала для поддержания, но очень редко, да, признаюсь вам, что последние 4 месяца я ем 2-3 кашки в неделю, 2-3 супика в неделю, то есть 6, да, по 6, по 7 пакетиков в неделю я съедаю, вот, и, конечно... На момент этого вебинара, вот за 4 месяца, я уже чувствую, что я набрала килограммы. Я встала на весы, я стала 69 килограмм. То есть это я вчера взвешивалась как раз перед тем, как презентацию, да, начать составлять. Я решила точную прям сумму указать. Взвешивалась я вечером, с утра я уже весила 68 сегодня. Ну вот, по идее, 69 под вечер, да, получается. Вот, если натощак, то 68. Видать, я съедаю килограмм продукции за день. Вот, то есть, как вы видите, мне этой программы хватило надолго. Вес практически не возвращается. Так и то, тут была череда, как вам даже сказать, юбилеев. Мы очень плотно и часто ходили по ресторанам, кушали, да. То есть, конечно, мы не фастфуд ели, мы ели хорошую пищу, нормальную, но все равно, наверное, все-таки я вам расскажу, как я похудела, и я буду придерживаться этому сама, потому что вот эти 2 килограмма мне сейчас не дают покоя. Вот. Конечно, вот, кстати, Настя со мной была знакома как раз, да, когда я еще была пышечкой, очень даже сильной пышечкой, да, вот как раз Настя, я жила раньше на 5-м этаже, а потом мы купили квартиру, переехали на 3-й этаж, и вот Настя как раз приехала тогда, когда я еще такая была большая, да, похудела я на самом деле сильно, и, конечно, меня это радует. Но худела я не только ради внешности, хотя это тоже мне очень нравится, да, все мы с вами хотим быть красивыми, все мы с вами хотим быть счастливыми, да, и да-да-да, все было на Настиных глазах, как раз я пила Фитекс и Итлес, только вот не такие вот коробочки, какие у нас сейчас есть, да, я пила другие и весьма невкусные, если честно, они были очень-очень невкусные. Итак, я сейчас попробую включить рабочий стол. Поставьте мне плюсики, и я вам покажу, что бы я вам хотела показать, да, вот, и что хочется сказать, значит, я сейчас открою пару заказиков из своего личного кабинета и покажу вам, сколько я всего заказала, сколько супов, сколько каш, сколько всего, чтобы уже начать худеть. Так, меня выкинуло из кабинета, сейчас зайдем обратно, да, то есть вот видите, мы в моем личном кабинете. Так, один заказ у меня куда-то вылетел, ну, нам, наверное, нужен этот. Да, вот смотрите, пожалуйста, тут кашки-супики, да, то есть я заказывала суп с тыквой, дата заказа у меня была 11.02, 20.02, нет, это маленько не тот заказ. Вот, и самое, что интересное, у нас была раньше старая система управления весом. Так, как же так получилось, что я вылетела? Так, это не то. Давайте еще раз нажмем. Так, 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 кашки, супики, кашки, супики. Вот, вот это этот заказ как раз. Я его получила как раз-таки, вот я вам написала дату, да, дата доставки 13.03.2015. И вот с этого дня, с вечера у меня уже начался отсчет. Тогда была система управления весом вот такая вот. И эта система управления весом не кардинально, но отличалась очень сильно. Да, значит, в состав входило 4 упаковки Фитекс, 4 упаковки Итлес и 1 упаковка КЛА Актив, которая сжигает жиры.
Что я могу сказать? Потом, значит, я клоактив заказывала отдельно. Так вот, она почему-то без этого не работает. Сейчас эту клоактив, я не знаю, есть она ее или нет. По-моему, ее нету, да, ее уже сняли с производства, потому что она, ну, как бы не оправдала. А вот, допустим, Фитекс и Итлес, их перевыпустили, и сейчас я их вот заказала. Первый раз спустя 4 месяца решила их пить с утра вечером. И все вы знаете, что у меня... муженька полноват, да, он очень сильно как раз-таки поправился за это время, потому что он уволился с работы, ему он все сидел, работал за компьютером, вел не очень-то активный образ жизни, вот, и так получилось, что он сильно располнялся, сейчас он при росте 186 сантиметров весит 120 килограмм, да, то есть, когда мы с ним познакомились, он весил 90 и был великолепным стройным мачо. Вот. И вот, значит, такой набор управления весом. А тут про него было снято видео, как оно работает, да, а как применять, вот тут вот было написано, да. Далее, значит, был сайт, который сейчас не работает, были отзывы, отзывов было очень много хороших, это все будет в видео, можете поставить на паузу, да, то есть тут 21 страничка, как вы видите, то есть вот такая вот программа управления весом была. Что хочется про нее сказать? Ее, она была очень, как бы вам сказать, невкусная, жалоб было много в обратную связь по этому поводу, а пить было практически невозможно. Мы затыкали нос и так вот залпом выпивали, а потом уже запивали стаканом воды. Нужно было пить Фитекс и Итлес утром и Фитекс и Итлес вечером, то есть по 2 пакетика в день. Она была еще и не очень-то, как вам даже сказать, не очень-то экономная. То есть вот сейчас наша система, она еще идет как экономичная, да. И вот как раз второй мой заказ, я еще заказывала каши, супы. Всего по 2 штуки, как вы видите, да, чтобы на каталог мне хватало. Да, вот, пожалуйста, каша льняная, шоколад, ваниль. 20 пачек я заказывала, да, то есть я очень много ела льна. Вот, но я, если честно, не пользовалась особыми советами. Вот, я то пила, то не пила, мне почему-то не верилось, потому что до этого я в аптеке покупала что-то типа, не могу точно сказать, точно уверять, что-то типа турбослима, вот какая-то такая программа, вот, и я вот эту вот программу, когда принимала, у меня почему-то не было никаких результатов, мне очень хотелось пить и так далее, и так далее. Да, вот, муж мечтает поправиться, ой, Настя, пусть приходит, пузика забирает, распределяет, где ему надо, нам, наоборот, пузика мешается. Вот, и что бы хотелось вам еще дальше рассказать, да, то есть я вам это все показала. Сейчас управление весом у нас с вами, то есть я не написала артикулы, я не сделала эти вот коробочки, я решила, что через демонстрацию экрана я вам все это покажу. Когда мы нажимаем раздел «Продукция», мы находим все, что нужно в разделе «Здоровье». Значит, продукция, потом здоровье нажимаем, оно у нас с вами загружается, и мы с вами видим управление весом, продукты для здоровья и функциональное питание. То есть, когда мы с вами это все открываем, у нас с вами это все загружается, и мы с вами уже можем спокойно заказать себе все супы, все кашки, Фитекс, Итлес и, конечно же, омегу, потому что я все это время пила омегу. Омега тоже помогает регулировать процесс, да, помогает регулировать процесс, и поэтому без нее тут тоже не обошлось. То есть я с собой занималась в комплексе. Да, во-первых, вот все вот эти вот супики, да, ужины, ужинов, обедов их не было тогда, а коктейлей тоже тогда не было. Вот эти вот, да, вечер, день, то есть сейчас, конечно, можно разнообразить свой рацион, да, как вы видите, тут 2 странички, даже есть кофе, цены весьма такие недорогие, да, то есть продукция 80 калорий всего идет, да, как бы недорого.
Вот. Далее, значит, вот управление весом, как вы видите, если вы хотите попробовать, понравится, не понравится вам на вкус, то я хочу сказать, что Итлес Нью теперь стал такой приятный, да, то есть и Фитекс, он, по-моему, яблочком пахнет, а Нью, по-моему, ягодками. Подождите минутку, чтобы вам точно сказать, не перепутать. Так, экстракт мелиссы, экстракт мяты, аромати... Лесные ягоды – это Фитекс. Значит, Фитекс – это лесные ягоды, а Итлес – это значит яблочко. Вкусы такие насыщенные, кисленькие, я бы так сказала, ядреные, но не противные, не передергивает, как бы нормально. Очень хорошо, как бы все это сделали. Да, так, а тут я вам что хотела показать, да, то есть я еще пила вот эту вот как раз омегу. Так, давайте с вами найдем омегу сразу же, да. Вот, да, омега, то есть она стоит недорого, там идет 60 капсул, по-моему, в составе. Давайте посмотрим состав. Масло растительное, омега-3,6,9. Так, 30 грамм. Так, сколько тут штучек? По-моему, 60, да? Да, 60 капсул по 500 миллиграмм. Что она делает? Значит, когда я вычитала, что она укрепляет иммунную систему, снижает общее содержание холестерина в крови, я поняла, что мне это надо. Вот, уменьшает риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот, и влияет на жировой обмен организма. То есть она тоже помогает стройнеть, но если пить только одну омегу, понятно, что у вас особо-то ничего не будет, да? То есть давайте я еще открою состав. А тут можно посмотреть его будет, на видео поставить на паузу. То есть вот эти продукты я применяла, еще я применяла пластырь, да? Я применяла пластырь. Так, продукты для здоровья, наверное, тут. Я забыла, в каком разделе у нас находятся пластыри. Так, здоровье, косметика, управление весом, питание. Так, ортопедические товары. Так, наверное, не тут. Ну, где-то они были, да, то есть еще пластыри, которые тоже способствуют похудению. Так, дочка утащила, я хотела вам их... Ну ладно, вот прошу прощения, я вам и на них сниму обзор. Значит, не буду сейчас искать, ковыряться. Омеги, ну, омега вот, кстати, у нас есть, да. Почему этой программы нет в Украине? Зоя, я, конечно, не отвечу. Это надо писать вопросы в обратную связь. Я точно знаю, что на Украине есть все кашки, все супики. И кашки на семени льна. Вот. Давайте же с вами вернемся к презентации. Скажите, пожалуйста, всем ли было понятно, где эту систему управления весом взять? Нет, Настя ничего не делала, честное слово, ничего не делала, абсолютно. Из пятого на первый я не делала. Да, то есть я вам сейчас показала, где это все покупаю. Пластыри, артикул я вышлю, почему-то я их не нашла. Кто заказывал пластыри, я вас прошу выслать, может быть, получится у вас найти. Честное слово, я заработала еще и хондроз на нашей с вами работе, но уже его убрала. Массажистка ко мне приходила 10 раз и все убрала, спинку мне поправила. Вот. И, конечно, сейчас я вам расскажу о моих жертвах, потому что я отказалась от продуктов, которые я реально любила и постоянно, как сказать-то, их покупала, постоянно их кушала. И, честно сказать, было сложно, но сейчас, глядя на себя в зеркало и понимая, что мне начали делать комплименты, как-то я решила, что я сделала правильный выбор тогда и что перетерпела и не стала их кушать. Во-первых, это была сладкая газировка, во-вторых, это были сосиски и колбаса. Да, то есть вот эти два деликатеса, да, для себя я их убрала, убрала, чтобы процесс шел быстрее, потому что почему процесс, чтобы шел быстрее, потому что у меня начались проблемы со здоровьем. Я родила когда Викуську, до родов Виктории я весила 59 килограмм, вот, до беременности, да, когда я родила,
Я тоже хорошо весила, я весила 61, и я решила, что эти 3 килограмма я уберу, но потом получилось что-то невероятное. Когда Вике исполнилось около 3 месяцев, я резко набрала около 20-25 килограмм. Резко, понимаете, буквально за 2 месяца я надулась. Я не понимала, что со мной творится, я не понимала, что мне надо делать. Я пошла в больницу, мне прописали гормоны, и вес остановился. Полгода он стоял. Да, он стоял, я ничего с ним сделать не могла, и вот именно эта программа дала мне сдвиг. Хотя я кушала много что для похудения из аптеки, серьезно, я много что переела, потому что мне не нравилось, мне нравились мои лишние объемы, да. Конечно, я начала различать, где вредная, где полезная пища, я начала в супе крошить лучок, да, то есть я подальше отодвигала от себя газировку, пончики, колбаску. Если я что-то кушала, то я, как вам даже сказать, я кушала это с утра, но это тут в слайдах написано, вот, и добавила обязательное условие, это 1,5 литра воды в день. Это по условиям программы по управлению весом. И потом я узнала, что для нормальной функциональности почек, это где-то по телевизору показывали, по-моему, Малышева или не Малышева, я уже не помню, да, там сказано было, чтобы для нормальной функции почек, чтобы почки выводили всю пакость из организма, которая дает сбои в организме, нужно пить вообще 2 литра минимально. То есть 1,5 литра это как минимум любой человек, который уважает свое здоровье, даже стройный, должен пить. Да? Вот. И без этого, да, то есть не получится. 1,5 литра воды в день это обязательно. Также дополнительно, да, то есть я пила нашу омегу, я лепила пластыри для выведения токсинов, они тоже способствуют похудению. То есть каждый вечер я лепила на подошву своей ноги перед сном эти пластыри. Вот, ежедневно, да, то есть практически год. Омегу можно пить без перерыва. Я это точно знаю, знаю это от врачей, что ее вообще перерыв можно не делать, можно ее пить постоянно. Вот. Но проконсультируйтесь со своим врачом, у нее есть противопоказания какие-то там, по-моему, у людей, у которых не все в порядке с щитовидкой. По-моему, так. Я могу ошибаться, честное слово, я это где-то слышала, да, слышала в интернете, неизвестно от нормального человека, да, или от умного или нет, да, то есть говорят много что. Да, 2 литра. Да, именно чистая вода, то есть чай, бульон, это все не считается. Юлечка, загугли, я вот не знаю, загугли, посмотри на сайте. Вот, то есть это обязательно, вот я это делала каждый день, потому что одну, да, там минуту меньше даже, да, там 20 секунд я легко уделяла тому, чтобы достать пару капсул и запить их, допустим, чаем, да, потому что мы с вами знаем, что витамины нужно кушать вместе с едой, да, и прилепить пластырь после душа, да, на ногу, они у меня так и прям лежали и до сих пор лежат около, как даже сказать-то, около дивана, я их даже порой не убираю. Вот. Омегу не только беременным, ее желательно начинать пить до беременности, как и фолиевую кислоту. Она очень, да, она очень нужна. Вот, значит, что изменила, да, чем пожертвовала, что добавила, что изменила. Я ела все вкусное и любимое до 3 часов дня, но колбаса это табу, да, колбаса, газировка это, конечно же, строжайшее табу, даже минералку с газом я не пила, да, то есть я после 3 часов я ела супики домашнего приготовления, да, то есть там картошечка, морковка, обязательно капуста, там вот это вот все я варила, я это кушала. И, конечно, кашки и супики от Фаберлик я уже ела после 6 вечера. То есть после 6 вечера я не заглядывала в холодильник вообще. То есть если я хотела кушать, я себе делала кашку и выпивала ее. Я себе делала супик и выпивала его. Их я
употребляла неограниченное количество. То есть я могла после 6 вечера выпить одну кашку в один день, а на следующий день я могла выпить 4 каши, потому что у меня повышался аппетит, да. Вот, всяко разно было, и я себя вообще не ограничивала в продукции от Faberlic. Если я хочу, я ела. Я вообще голодом не сидела. Это во-первых. Во-вторых, я строго соблюдала, я заводила будильник на телефоне, да, напоминание выставляла, чтобы кушать 5 раз в день обязательно. И, значит, в 3 часа дня у меня также переликал телефон, я понимала, что я сейчас покушаю, и до 6 я уже как бы не ем, а после 6 только кашки. Да, вот таким вот образом, да, и, конечно, Итлес я сейчас мы с вами принимаем утром, Фитокс на ночь, но я вам говорила, что по старой системе управления веса я принимала тот другой утром и тот другой вечером, то есть раньше были другие правила, менее усовершенствованная была система, когда я пришла на проект. Вот, конечно, были опущения ошибки, были очень сильные разочарования, из-за них я чуть не передумала ехать в Шри-Ланку. Во-первых, я ужасно боюсь самолета. Во-вторых, я не ухаживала за своим худеющим телом, потому что не особо верила, что я худею. Ну, знаете, когда вот так вот в аптеке покупаете, одно не помогает, другое не помогает, третье не помогает. Как-то уже четвертому-то не веришь, да? И как бы такие сомнения были. Я пила и пила. Думаю, ну хорошо, Фитокс выводит токсины, я буду выводить, да? Все мы с вами, наверное, знаем, что Фитокс, он как аптечный регидрон, да, даже может снять симптомы отравления, да, его после отравления пьют, после, там, мужики с похмелья его пьют, да, то есть он хорошо влияет на организм в этом плане. Вот. Настя, ну, тоже хорошо. Ну, ты всегда стройная, Настя, была. Тебе-то что худеть? Нет, в спортзал я, вот, если честно, не ходила. Я вообще редко на улицу выходила. Вот, и вообще я могла там по 2 дня дома сидеть, не выходить. Да, то есть я реально, я спортом я не занималась. Но я занялась, как бы, я понимаю, что это вредно. Я это не агитирую. Все, кто занимается спортом, для меня это люди с большой буквы. Я очень уважаю таких людей. И прям завидую им белой завистью, что у них прям столько сил хватает. Да, собой заниматься очень мне нравится. Я вот видела фотографии нашего директора Оксаны Рущак с Украины. Она начала заниматься по утрам спортом. Она делала фотографии из спортзала. Я за нее очень рада. Это просто великолепно. За собой следить. И, конечно же, обязательно движение – это жизнь. Да? То есть мы продлеваем свою жизнь, когда двигаемся. Вот. И, конечно, свет, да, свет точку, если честно, да, я очень много работала, потому что все вы знаете, что я, Татьяна Сафронова и Коля Андрейко, мы основатели проекта, и мы все создавали втроем эту систему, по которой сейчас мы с вами растем. То есть, когда мы сошлись, в тот момент как раз я была полненькая, и на самом деле я не могла удалить себе там время, да. Вот, это во-первых, во-вторых, бегать как-то я не бегала, бассейны, там все такое в нашем поселке этого нет, это значит, надо час ехать в город, час ехать обратно, час заниматься там, то есть это 3 часа, для меня это было чересчур шикарно, муж работал 5 на 2, то есть как бы, не знаю, или это оправдание, или это на самом деле у меня были просто выставлены другие приоритеты, которые на тот момент мне казались важнее. Я, на самом деле, я ругаю себя, но я спортом не занималась. Да, и вот как раз ввиду того, что я не занималась спортом, но начала худеть, мой вес начал нормализоваться, а килограммы пошли вниз, то вот результат меня реально ужаснул. Да, потому что кожа обвисла, обвисла сильно, и честно, в 33 года я выглядела абсолютно не на свой возраст. Во-первых, я до сих пор не очень-то могу выправить лицо, то есть кожа у меня в хорошем тонусе, кожа крем уже не берет, но вот это вот, когда я сдулась, да, первое время сдулась так конкретно хорошо, то у меня прям, вы знаете, тут такие вот мешочки висели на коже.
животик был в очень плохом состоянии, да, то есть все вы знаете, что люди, когда полнеют, у них и ручки полненькие, да, то есть вот в этих вот местах у меня тоже как бы кожа так болталась, все такое, и, конечно, слава богу, тогда мы уже вышли на хорошие результаты, я смогла себе позволить ездить на озонотерапию, то есть меня обкалывали, я начала, да, по 3-5 раз в день там бегать в магазин, таскать сама сумки, муж отбирал, я говорю, нет, мне надо что-то делать, специально я спортом не занималась, но я начала двигаться раз в 5 активнее, специально для того, чтобы, ну, себя прибрать в форму, да, вот, значит, ездила я 2 раза в неделю на зону укалывания и отдала за это удовольствие, да, за 15 раз 7500 рублей. Кожа подтянулась очень хорошо, а зона укалывания, ну, в принципе, полезна. Его даже делают новорожденным деткам, клизмочки в виде зоны укалывания, да, для недоношенных деток. Да, это, то есть, мне рассказали уже медики, которые делали мне эту зону укалывания. Вот. Запись будет, Оля, не расстраивайся, будет запись. А в продуктах для здоровья зубная нить и ножной пластырь, которого нет в наличии. Зоечка, если Украина, то да, такое может быть, к сожалению, может быть. Вот, ну, как вы видите, я вам сейчас рассказала то, что я не специалист по похудению, и я худела по-своему, и я всегда все делаю по-своему, как вы поняли, да, и, конечно, самое смешное это то, что я реально делала не так, как написано. Не так, как написано в системе управления весом. Я не следовала советам, но я выстроила для себя, для своего тела. Я чувствую свое тело, да, как оно мне отдает какие результаты назад. Я понимала, что я делаю правильно. То есть я просто была очень внимательна к себе. Это важно, быть внимательными к себе. Если вы выбрали систему, которую для вас выдала компания, то, может быть, у вас есть какие-то свои проблемы, о которых компания не знает, и как же она по вашему здоровью подберет вам оптимальную программу. Нет, конечно. Вот. Да, то есть, вот, если вы соберетесь к лету постройнеть, то не повторяйте мои ошибки, покупайте средства для подтяжки, средства антицеллюлитные от компании Faberlic, они классные, их на животик, когда вы наносите, животик становится красный, горит, чувствуется процесс, я недавно проклеила пластыри на животик, вот эти вот, да, новинки, я клеила 15 дней подряд, честно скажу, у меня кожа белая, сухая, очень нежная, а легко раздражительная, у меня немножко пошла сыпь, я пока сделала перерыв, знаете, такие 5 маленьких пятнышек на животике вскочили, да, то есть я чувствую, они так стали чесаться, я думаю, я сделаю перерыв 3 дня, потом опять начну клеить, потому что когда на животе постоянно пластырь, это тоже сложно, это тоже тяжело, они у нас продаются, они есть в наличии. Вот, поэтому, как бы, если вы уже начали пить систему управления весом, то, конечно, обязательно себе уделяйте внимание. После душа 15 минут намазаться, да, антицеллюлитным кремом, это немного. А только хочется предупредить, что он сильно жжет, у вас реально хорошо покраснеет кожа и будет полчаса гореть. Поэтому сначала немножко протестируйте где-то, да, какой слой вам вообще на себя наносить. Да, патчи классные, я ими довольна. И они очень удобны, да, то есть в них можно куда угодно ходить, они не отпадут у вас, да, то есть, да, очень помогает, да, и я тоже довольна результатом. Вот-вот, Света, да, то есть кожа, значит, еще нежнее, нужно делать перерывы или меньше пластырей держать. Вот я говорю, что-то вот началось, немножко зазудела кожа, но это нормальная реакция, когда живот под наклейкой, там по 6-8 часов, а все равно надо потом животик и мыть, и кремчиком мазать, и все-все-все прочее. Вот просто даже если мы с вами не пластырь, а простую пленку, да, приклеим на живот, что получится, да, какой эффект? Живот вспотеет. Вот, живот вспотеет, и что получается? Это же самая сыпь. То есть пластырь сам, он нам не вредит. Там нет компонентов, которые вредны. Но вредно то, что кожа скрыта по несколько часов. Девочки, напишите, пожалуйста,
артикул. Вот, артикул написали, спасибо огромное. Вот. Варикоз. Ну, у меня варикоз, все вроде бы нормально. Не знаю, по-моему, при варикозе нельзя какой-то там из массажей делать. А пластыри, что с ними будет? Наоборот, нужно мазаться. После кесарева, Мария, к сожалению, у меня было двое родов, и обеих дочек я родила сама, кесарева мне не делали, я не подскажу. Я не подскажу сама, нет, не смогу подсказать, потому что на практике не испытано. Ну вот, Люба, значит, я где-то что-то не дочитала, клеила каждый день. Да, я вам говорю, что они помогают хорошо. А у кого варикоз греть нельзя? Вот я про это не знала, но вроде бы у меня все хорошо. Лимфодренажный нельзя, да, при варикозе. Ага. Ну вот. Значит, вот такая вот история со мной приключилась, поэтому не повторяйте мои ошибки, будьте сразу красивыми, следите сразу за собой, потому что система управления весом, она работает, действия простые, но они эффективные. И, конечно же, наша система управления весом, что мне нравится, она не в кавычках засирает организм, она... Как вам даже сказать, она выводит токсины из вас, да, и вот эти вот токсины, которые она из вас выводит, вот как раз мне дали сыпь по плечам и лицу, и целую неделю я ходила в прыщиках, я понять ничего не могла, отписалась в обратную связь, они написали, что это нормальный процесс, почитайте книжку по управлению весом, которая вам пришла в коробочку. В коробочке я, конечно, ее открыла, начала читать, и там были написаны эти побочные эффекты, что... С этой системой управления весом можно несколько раз чаще ходить в туалет. Извините, конечно, за подробности, да, но так оно и есть, да, то есть по-маленькому. Вот, не знаю, красиво, некрасиво я выразилась, простите, если что, да. И может выйти сыпь, когда начинается чиститься организм, это нормальный процесс. То есть фитокс, он выводит токсины из организма, мы с вами должны это знать. Вот. Далее, что вам хочется сказать, да, цель моего сбавления весом, да, было убрать скачущее давление, да, у меня началась жуткая гипертония, давление часто, очень часто, ну как часто, несколько раз в неделю, 2-3 раза повышалось до 140. Как вы понимаете, это опасно, это нагрузка на сердце и так далее, и так далее. После того, как я, как вам даже сказать, можно вообще, Юлия, пить без перерыва? Мне так в обратной связи ответили, пить без перерыва можно. Абсолютно. Насколько хватит вашего бюджета? Вот мне как ответили. Да, то есть мне стало легче. У меня вот с того времени, как я похудела, всего 2 раза подскакивало давление. И то мне сказали, что давление подскочило из-за того, что у меня сидячая профессия, и вот надо убирать хондроз. Хондроз, говорит, уберешь, давления не будет. Все так и есть. Все так и есть, как мне сказали врачи, что в принципе, я здорова, просто вот надо подлатать мне спинку, да, холку, вот это вот, ну, все, что сзади. Вот. Итак, ну давайте же посмотрим фотографии. Значит, это я до родов как раз только познакомилась со своим мужем, с Антоном Кононовым. Да, как вы видите, тут я с дочкой. Дочке сейчас скоро 17 лет, ну как скоро, через полгода. Вот, да, то есть тут мы купаемся, то есть, ну, как бы обычная, как бы не худая, не толстая, да, обычный человек, да, то есть тут мне примерно, может быть, 26-27, не помню точно, сколько мне тут лет, если честно. Ну, у Катьки вот, у старшей дочери выпускной в 4 классе, вот мы тут с шариками, конечно, когда располнела, я перестала носить шпильки, я перестала носить черное обтягивающее платье, да, то есть для меня это тоже было убийство, потому что я обожаю классику, я обожаю шпильки, я обожаю, да, выглядеть вот так вот красиво, я не люблю все кроссовки, всякие
там футболки свободные, мне все это не нравилось, да, то есть жизнь меня заставила их носить, и я не скажу, что я была довольна этим, да. Да, то есть, ну, что я могу сказать, работала я продавцом, было 3 на 1, 2 на 1 смены, да, то есть больше одного выходного у меня было, но редко, график смазанный, могли дать выходной, вызвать выходной, да, и так далее, весело мало, двигалось много, да, то есть была реально как бы стройной, да, вот в таком виде я познакомилась с мужем, да, вот, спасибо большое за комплименты. Это, значит, моя вторая беременность, да, моя уже Виктория тут в животике у меня сидела. И потом, значит, пожалуйста, вам результат. Да, я думаю, вы видите, это справа моя племянница Юлия, наверное, все ее видели в видеообзорах, да, мою Юляшку, и моя старший директор, сестра Татьяна Лебедева, да. Ну, как вам разница? Впечатляет? Вот, вот так вот у нас получилось. Вот я вам говорю, я резко надулась, прямо вот резко выросла, да. Мне было очень-очень тяжело, да. То есть тут Викуське где-то годик. Это как раз я только-только пришла в компанию Faberlic, только зарегистрировалась. Да, это после родов. Это после родов. Вот, да, то есть разница просто, да, разница колоссальная, да, согласитесь. Я на самом деле начала носить только черные штаны, только вот свободные кофты, потому что в обтяжку что-то одеть, это гусеница уже получалась, да, потому что штаны наденешь, да, нижнее белье наденешь, и вот сзади вот эти вот валуны такие, да, вот. Красивая-то красивая, да, и волосы, как вы видите, забеременели. У меня выросли длинные, шикарные, и все такое, но попой своей я была очень недовольна, да, то есть реально недовольна. И, конечно, вот видно, да, то есть это мне тут, так, мне сейчас 33, тут мне 31, да, нет, 30, так, в общем, я уже запуталась. Ну, не ставь, да, вы ко мне, вот это Николай приезжал, когда мы купили квартиру, в которой я сейчас живу, да, то есть, ну, видно, да, то есть, женщина в теле, в таком плотном теле, да, не хочется о себе говорить плохо, и мне, если честно, тяжело показывать эти фотографии, потому что, как вы понимаете, любая девушка, которая располнеет, она уже не чувствует себя вот, как сказать-то, так вот, как бы ей хотелось, да. Ну, Настя, ты не сильно поправилась, у тебя все хорошо, и талия, и попа, все на месте. Да, то есть это мы уже на новогоднем корпоративе. Да, то есть еще это когда было, я уже забыла. Да, то есть мы получали медальки. Тут уже пошли первые изменения, как вы видите. Это май 2016 год. Это мы ездили в Москву на награждение. Тогда мы получили 4 чека подряд. И, конечно, я очень переживала, что я не успела похудеть. Но, как вы видите, уже изменения были. Я одела каблучки и платье. Да, я одела каблучки и платье. Я покрасила там голову. Я начала хотя бы за собой следить. Да, вот. Это мы уже ездили в Беларусь, это Минск, это 30 октября 2016 года. Как вы видите, результат уже налицо. Да, результат налицо. Я уже довольная, я уже даже когда садилась, да, как вы видите, я вот сбоку, да, села, там вот рукой машу, у меня уже пузик уже как бы на нож, на, как сказать-то, да, на ногах не лежал, да, хотя до этого очень даже ног не хватало, потому что животик такой хороший лежал, и, честно сказать, у меня было затруднение, да, допустим, зашнуровать там себе эти же кроссовки, потому что реально мешались объемы спереди, да, вырос пузик, выросла грудь, ну, как это бывает, да, и вот сгибаешься, когда, чтобы дотянуться, реально было сложно, да, вот, схуднула не то слово, да, не то слово, хорошо схуднула, это просто я начала понимать, что я уже могу носить одежду, которая мне нравится, я могу что-то надеть в обтяжечку, мне уже не так плохо, как было до этого, да, как вы видите, животик еще остался, да, но он уже такой,
Нормальный, да? Так, это уже Новосибирск. Это уже Новосибирск. Тут уже тоже лучше, да, девчонки с Новосибирска, да, вот все меня, конечно, видели. Уже как бы я начала носить красивое платье, у меня появилась талия. Да, это все подкрадывалось ко мне незаметно. Мой муж начал мне делать комплименты. Да, то есть как бы я уже забыла, что это такое. Я о них и не вспоминала. Да, мы вот на данный момент живем 7 лет. У нас сегодня, кстати, 7 лет. У нас праздник. 7 лет, как мы сошлись. То есть именно в этот день мы начали вместе жить. Не поженились, но жить начали. Вот. И, конечно же, мы сегодня сходили в ресторан. Я сижу, это я не буду, это я не буду. Да, то есть я заказала там супик, да, это, спасибо огромное. И муж говорит: Ань, у нас сегодня 7 лет, поешь ты, что тебе хочется. А у меня уже образ жизни такой, что я сижу и выбираю, что я буду, что я не буду. Да, и я уже знаю, к примеру, что если я после 3 часов, да, это уже в привычку вошло, да, это образ жизни, это привычка моя, что если я после 3, да, не дай бог, там, съем торт, то я должна понимать, что я калории должна куда-то деть. Потому что все мы с вами понимаем, сегодня мы съели калории, через 2 дня можно вставать на весы, столько и прибавиться в весе. И это уже как бы наша физиология, да, наша природа. Вот. Далее, значит, это уже последние фотографии, да, как вы видите, Новосибирск. Это мы в торговом центре с дочкой. Дочке уже тут 3,5 года. Это я купила платье от Ахмадулиной, уже фотографировалась, да, уже ношу платьишки, уже появилась и талия, и попа, и уже начала фигурка смотреться, да, то есть каблучки постоянно. То есть, конечно, девчонки, любите себя, да, это, как вы видите, совсем недавно эти фотографии я выставляла в Инстаграм, ВКонтакте, в Одноклассниках, это как сидит на мне наше платье последнее, да, и это, конечно, для меня это победа над собой, да, когда человек успешен, он пытается сделать, стать успешным во всем. Мне это стрельнуло в голову тогда, когда уже начал появляться результат Фаберлик, когда я уже, по-моему, 15-19% открыла. Да, Антон, напомни, пожалуйста, я знаю, что ты на вебинаре, если ты слышишь, когда я начала все это делать, поняла, что только если ничего не делать, вот это не получается, да, вот новички, которые приходят к нам на проект, говорят, я не могу рекрутировать, почему? А я не хочу создавать столько страниц, ну не хочешь, как хочешь, что я могу сделать? Я тебе только путь указываю, ты сама выбираешь, идти по нему или не идти, так ведь? Вот, и, конечно, глядя на такие результаты, я начала понимать, что я могу носить шпильки. Ой, спасибо большое, Ириночка, спасибо большое. Да, черное просто супер. И вот это вот тоже яркое платьишко, оно тоже хорошо смотрится. Вот, и, ну, вот, как вы видите, животик немножко остался, но я это корректирую. Я понимаю, что животик без спорта, он не уберется. Поэтому, наверное, я стану сильной и в этом плане. Да, то есть, конечно, до совершенства далеко, но давление перестало меня мучить. Я начала носить свою любимую одежду, да, то есть, и, конечно, хочется сказать, что вот сейчас, когда идешь по улице, да, я ловлю на себе взгляды мужчин. Да, когда, конечно, я весила на 18 килограмм больше, взгляды на себе я мужские не ловила. Это, конечно, факт. Факт то, что похудела, стала моложе, и такое ощущение, что реально стала моложе, моложе даже в душе. Мне стало приятнее вернуться, конечно, в те формы. Я не вернулась, какие я была, да, как вы видите. Я реально худенькой была до родов, до вторых, и как бы не знаю, что это такое, но мне сказали, что это был у меня очень сильный гормональный всплеск, и что, да, вот. Да, вес, лишний вес прибавляет человеку возраст, это на самом деле так, Лена. И я довольна, и, как вы понимаете, я ничего особо не соблюдала. Да, вот все эти параметры, которые я сказала, если хоть один выпустить, я не знаю, будет ли результат. Да, и я сейчас также заказала
Фитекс, Итлес, я заказала пластыри, я мужу сказала, все, покупаешь мне воду, две полторашки в день я буду выпивать чистой воды, да, то есть все вы знаете, что качество воды должно быть хорошее, фильтр мы сняли, мы его не поменяли, потому что мы переезжаем в другую квартиру, скоро мы решили не заказывать ничего, уже на ту квартиру поставить, и пока вот месяц воду покупаем, вот-вот-вот мы уже так немножечко начали вещи перевозить, вот. И вот, да, Юля, да. Вот, и я думаю, что я войду в свою норму. Моя цель это вернуться в 56-59 килограмм, как я была до родов. И мне кажется, у меня даже, да, год худею 9 килограмм. Отличный результат. Я также медленно худела. Дело в том, что все врачи, нормальные врачи, да, которые на самом деле понимают, что перед ними такой же человек, как они, говорят, что нельзя худеть быстро. Это очень вредно. Да, это очень-очень вредно. И нельзя худеть быстро, иначе вы, наоборот, только навредите своему здоровью. Все диетологи об этом говорят. Я не знаю, зачем женщины себя гробят, зачем женщины там голодом сидят, потому что сидеть голодом абсолютно нельзя. Да, то есть даже есть такая притча, да, если вы хотите похудеть, то вы должны кушать 5 раз в день. Если вы не хотите худеть и толстеть, можете кушать 3 раза в день. Если вы хотите поправиться, ешьте 1 раз в день. Да? И да, быстро сбрасывать килограммы – это не только стресс, это вред. Потому что жир, который копится, да, допустим, на этом же животике, если жир накопился на животике, это значит, что мы спортом не занимаемся. Значит, мышцы слабые. Да? Этот жир, он держит внутренние органы. Вы резко скидываете, куда деваться органам. Да? Вы просто не понимаете, что вы можете натворить, если просто сесть голодом. Да? Вы лишите организм витаминов, во-первых, вы резко сбавите, ваши органы будут в шоке, да, то есть это ненормально. 3 месяца худеете, вот, отличный результат. Да, это надо. Вот спортзал это хорошо, да, то есть не худейте резко никогда. Да, вот так, минутку. И вот я сейчас, да, хочу, чтобы подтянуть остатки кожи, да, то есть я вам честно скажу, животик до конца у меня не сильно подтянулся, да, девочки со мной на Шри-Ланке, да, я ездила в Шри-Ланку, как вы видели, я не фотографировалась в купальнике, потому что мне не очень удобно, да, за то, что я вот так запустила свой живот, но хотя бы я его подтянула нормально, да, в целом результат виден, здоровью вред не нанесен, токсины я повыводила, перерыв я сделала, да, потому что все равно нужно делать перерывы, да, можно готовиться к Доминикане. Все вы знаете, что что компания с уровня золотого директора дарит путевочки, эти путевочки абсолютно бесплатные, полностью за счет компании, и в этом году мы выиграли с мужем путевку в Доминикану, да, ну и не только мы с нашего проекта, еще есть директора, вот. Лечебное голодание, ничего не скажу, читала про него. Один день я сидела на дистиллированной воде, честно скажу, на следующий день я сорвалась и больше я ничего сделать не могла. Неправильное питание, отсутствие нагрузок. Да, вот так мне и сказала врач. Мой врач это мне и сказала, да, вот когда вот я к ней ходила, да, это мы вот ездили как раз в Шри-Ланку, как вы видите, фигурка подтянута, да, то есть как бы уже вписываюсь, да, в нормальный женский красивый коллектив, и особо я ничего не делала, спортом я реально, девочки, не занималась, скажу вам честно, я ругаю себя за то, что я не занималась спортом, и у меня не было бы проблем с кожей, с руками, со всем, если бы я занялась спортом, на самом деле это очень сложно, все подтягивается, это очень все тяжело, я покупала. Да. Вот ведь дочка у меня все перерыла, да, то есть я покупала нашу эту штучку,
Да, аппаратик, да, и потом все время вот массировала шею, все массировала, но и то видно, что уже как бы она еще до сих пор не выровнялась, да. Да, заработали, да, работали, работали и заработали. Причем мы квалифицировались на Доминикану еще в Шри-Ланке по закрытию каталога. Для нас это был стресс такой, шок. Я говорю, боже мой, я еще, говорю, не пережила страх перелета обратно, а нам уже про Доминикану сказали. Да, над нами директора смеялись, называли меня трусишкой, но на самом деле 5 часов первый перелет, 4 часа второй перелет для меня это было жестко, если честно, да. Вот, то есть 2 перелета. Танюш, кожа делась, но девается очень медленно, да? Ну и, дорогие коллеги, давайте, мне хочется, чтобы вы мне написали побольше вопросов, а я вам сейчас на них на всех отвечу, да? То есть, как вы видите, разница колоссальная. А тут я на новом году, да, как вы видите, это дочка моя в маске, вот. А тут я уже в Нижнем Новгороде на ассамблее, это последняя ассамблея, где мы виделись с девочками из Казани, вот. И, конечно, уже там мы гуляли в ресторанчике. Вот, я думаю, что разница очень даже ощутима, ну, для меня очень, да, давление не стало. Вот, и я довольна. Нет, нет, кормящим фитокситлес нельзя ни в коем случае. Вот. Это я точно знаю, что кормящим нельзя. С каким весом начинала худеть? Я начинала худеть, с 86 килограмм. 86 я была. Когда я встала на весы и подумала, боже мой, скоро будет 90, я поняла, что нужно что-то делать. Да, ну, Лен, похудеешь. Похудеешь, захочешь, похудеешь. Я пробовала патч, мне понравилось его действие. Очень понравилось, и я его хвалю. Единственное, что от него покалывает кожу, и если его носить каждый день, неделю, то появятся прыщики. Потому что, да, написано, что нужен был перерыв. Вот писал директор в чате, да, что нужен был перерыв. Да, патч отличная штука, и я еще его закажу раз, потому что, ну, это просто мечта девушки. Приклеил и пошел. Ты не замечаешь, что он на тебе, и он работает, и пузико подтягивает, да, извините за выражение, и все хорошо. Мне нравится патч, вот эти антицеллюлитные крема, все они у меня всегда стоят в ванной. Антицеллюлитный крем тоже очень удобный, мне нужно мазаться утром и вечером, им нужно мазаться несколько раз в неделю после принятия душа. То есть вы в душ сходили, полотенцем вытерли, проблемные места натерли и пошли. Да, полотенцем обернулись, халатик одели, пошли. Впитывается он средненько. То есть минутку надо будет постоять, подождать, пока он у вас впитается. Может быть две, но не больше. Ну, Юляш, вперед с песней. Желаю только удачи. Все в наших руках, как вы видите. И результаты по работе, и результаты по фигуре. И вообще мы сами наполняем свою жизнь. Да, мы никому ничего не должны, но и нам никто ничего не должен. Все, что мы делаем в первую очередь для себя, для своей любимой семьи, для своего счастья, для своего внутреннего какого-то настроя, а еще что-то, да? Да, пробую, Юль, но крем реально, кожа краснеет, хорошо, хорошо разогревается, так прям ух. Поэтому сначала на маленьком участке тела попробуй, потом уже посмотри, как все это перенесет твой организм, а потом уже, потому что горит, кожа горит. Крем работает, я прям чувствую его. Запись будет, Машенька, запись будет на моем канале YouTube, я ее выложу, также раскидаю по чатам. Многие не верят супам, кашкам, говорят, химия какая-то. Это не химия, там все идет натурально, там идет все без глютенов. И я вам хочу сказать, что когда я была на вебинаре по управлению весом, я на него ходила, да, то
как вам даже сказать, там написано так, что каша из очень высококачественного семени льна идет, да, то есть лен, вот просто загуглите и почитайте, да, в Яндексе, что такое лен. Он делает все для нашего организма, но самое классное, что когда вы завариваете кашку, самое главное, чтобы температура была не выше 60 градусов, иначе там все витамины умрут, да, и когда вы ее завариваете, вам нужно подождать, чтобы образовалась эта слизь, да, то есть нашу кашу на ютубе очень часто говорят, фукапака, слизлая штука, так вот я вам хочу сказать, что вот как раз эта слизь, да, за счет того, что Фаберлик использует только высококачественное семя, вот это вот льняное, да, оно образует много слизи, как раз вот эта слизь обволакивает стенки кишечника и нормализует наш обмен веществ. И это на самом деле так, она очень полезная. Просто загуглите в поисковике, напишите слово лен, чем он полезен. И вы поймете, что такое лен, какой он на самом деле невкусный, и как Фаберлик преобразовал этот лен и сделал его обалденно вкусным. Его можно кушать, он съедобный. Да, в компании Фаберлик. У нас крутые каши. Просто вы не понимаете, что вот эти каши все, вот эти овсянки всякие, вот эти вот бич-пакеты, да, вот эта вот вся вермишель, все вот эти вот каши, все, это все вредно. Там всякие мальтодескрины в состав, я не знаю, что там входит, всякие ешки, вот эта вся чушь, извините меня, которая засирает ваш организм и увеличивает вашу фигуру. Уж тем более не лечит, не обволакивает там стенки кишечника, не нормализует вещества. Да? Вы должны это понимать, что если вы идете по здоровому пути, то после 6 вот только эти каши есть. Написано, что эти каши нужно кушать 3-4-5 раз в день. Да, по системе управления весом, то есть их нужно кушать как дополнение к обеду, да, чтобы у вас меньше влезло обычной еды, там еще, но нет, я их так не ела, я вам честно скажу, я с утра могла покушать и хлеб с маслом, я с утра могла покушать и дольку тортика, я позволяла себе, но я не торопилась, как вы видите, результат у меня не такой быстрый, но я растянула удовольствие. Я без стресса похудела, абсолютного. Танюш, Кесарева у меня, к сожалению, не было. Ой, Елена, не советую завязывать с грудным вскармливанием, потому что малышу это важно. Косточки, ножки, все формируется. Наоборот, нужно кушать 5 раз в день, чтобы не располнеть. Конечно, не надо лишать. Успеем похудеть, все успеем. А, 1 год 6 месяцев, боже мой. А уже взрослый, я, наверное, пропустила. Ну что ж, дорогие девочки, дорогие красавицы, я желаю вам быть довольными собой, довольны тем, что вы что-то делаете для себя, довольными тем, что вы хорошо выглядите. Да, как вы знаете, наша кислородная косметика дает нам шанс это сделать и дает шанс исправить погрешности, да, потому что я как раз вот и платинум, и проликсир, и все заказывала, чтобы подтянуть кожу. Скоро, я думаю, будет намного лучше результат. Вот. И, конечно, хочется вам сказать, что чтобы вы были счастливы во всем и были довольны в работе, во внешности своей особенно. Уверенная в себе женщина – это счастливая женщина. Как говорят, умная женщина, она не следит за своим мужем, она следит за собой. Да, и муж начинает следить за ней. Поэтому, да, будьте счастливы, будьте красивы, будьте умны, будьте уверены в себе, успешны во всем. Конечно же, я вас зову за счет компании вместе с нами отдыхать. Пожалуйста, растите, добивайтесь этих путевочек, чтобы у вас было все хорошо. Да, и, конечно, когда женщина ухожена, она счастлива и красива. Вы знаете, когда я располнела в свои 30 лет, я подумала, что ко мне уже все. Пришла старость, я, как вам даже сказать, обабилась, еще что-то. Но 2 года, и посмотрите, какой у меня результат. Да, через 2 года я стала намного лучше выглядеть. И мне на улице все говорят: Аня, ты ли это? Это точно ты? Ань, да ты вернулась в 25. Да, но это, конечно, уже так преувеличивают. Я вижу по глазкам, что они преувеличивают. Да, но вот
та жизнь, которую я хотела, да, вот, Лен, такое ощущение, что все, молодость прошла, жизнь прошла, кончилось все, сейчас будем жить ради детей, да, будем там следить за своими подростками, растить своих малявочек, да, но вот сейчас такое чувство, что оно у меня снова начинается, и я снова на подъеме, и, конечно, просто нужно любить себя и делать это систематически, системность, да, то есть купили, пропили, смотрите, да, на весы встаете, взвешиваетесь не больше, чем раз в неделю, не болеете этой темой, просто правильно питаетесь, много пьете, лепите эти пластыри, кушаете омегу, да, то есть все это делаете, 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 и постепенно к вам придет результат, у вас улучшится цвет лица, а вы немножко даже помолодеете, потому что вы выведете из себя токсины, и это тоже очень важно, любите себя, просто любите себя. Да, обязательно надо себя любить, девчонки и мальчишки пусть себя тоже любят, которые пришли на вебинар. Вот, конечно, стройность – это здоровье, да, не обязательно быть идеально стройной, но когда уже вы чувствуете, что у вас началось от веса давление, и у вас уже понижаются ваши силы и физические, и умственные, потому что вам тяжело ходить со своим весом, да, то это уже ненормально, нужно его скидывать и любить себя. И на самом деле абсолютно безболезненно и без спортов я это сделала, да. Вот. Ну что ж, всем спасибо огромное за внимание. А, да, скоро вебинар я этот выложу. Очень была рада, если я кому-то чем-то помогу. А, этот вебинар у меня просили чуть ли не полгода рассказать, как. А, но вы знаете, как-то все не доходили руки, и мне не очень приятно было вот себя в таком виде выкладывать, не очень приятно было вспоминать про то, как я резко надулась, потом сдулась, да. Да, и, конечно, да, мы с вами можем все, да, и директорами стать, и похудеть, и похорошеть, и помолодеть, да, хотя года идут. Все возможно, все в наших руках, дорогие наши коллеги. Ну что ж, всем пока-пока.